Самые теплые пожаданні прогучали и у адражан чин Ленинского и Кастрычницкого района Гродно. Сярод запрошенных на урочистые приемы керовников администрации яркие представницы прихожей половы человечества, которые проявили себя на семейной ниве, у громадском житті и, конечно, профессийной деятельности. Это огромная честь, признание того, чем ты занимаешься и что ты делаешь. И, конечно же, главное, чему служу я и что делает наш перинатальный центр, это что у нас женщины становятся мамами. А самое главное предназначение женщины – это, конечно же, быть мамой. Прекрасно, что я имею возможность еще раз познакомиться с ними, возобновить, может быть, какие-то старые знакомства или познакомиться с новыми лучшими женщинами. Ведь действительно наша Гродненщина богата на прекрасную половину человечества, и действительно женщины Гродненщины делают очень многое, и их вклад действительно очень большой и весомый. Отзначать женщин, которые сделали важкий внесок у развитие Принеманского краю, традиция шматгодовая. Дякуючи ей, каждый раз во урочистой зале собираются лучшие представницы пригожей половы человечества. На этот прием приглашены женщины разных направлений, разных отраслей. Здесь представительницы прекрасного пола, здравоохранения, культуры, реального сектора экономики, матери, многодетные матери. Ну и, конечно же, представители наших ветеранов. Напередодні Международного жіночого дня віншаванні, слова удячності ад мясцовых улад гучалі у адрас больш чым 50 жанчын. Самые найлепшие пожаданні адрасаваліся таксама і усім жыхаркам Принёмання. Я хочу поздравить всех женщин с этим прекрасным праздником, пожелать, конечно же, благополучия, здоровья, чтобы родные и близкие их радовали всегда. И чтобы в их душе всегда царило солнце, тепло, они любили и были любимы.